Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о витамине С. Это такой самый, да, популярный витамин, является мощным антиоксидантом, который попадает к нам только извне, не синтезируется он, соответственно, так скажем, из ничего, из каких-то аминокислот, и, соответственно, не может этот антиоксидант наш запасаться, как в случае с витамином D, который, соответственно, депонизируется в жировой ткани, депо там создается. Витамин С участвует в производстве гормонов стресса, а именно кортизола, да, адреналина, норадреналина. Из этого следует, что при постоянном перенапряжении, эмоциональных, тяжелых физических нагрузках возникает дефицит этого самого нашего горячо любимого витамина С. Хотелось бы отметить, что витамин С помогает усваивать железо. Без него железо, ну, просто не усвоится, да? Поэтому при дефиците ферритина нам необходимо восполнение его запасов. Должен обязательно назначаться витамин С, либо быть уже в вашей, соответственно, в вашем комплексе там железа плюс там витамин С, да, очень часто добавляют, вместе их соединяют. Также витамин С снижает внутриглазное давление, обеспечивает антиоксидантную защиту глазного дна, предотвращает окисление липопротеидов низкой плотности и укрепляет сосудистую стенку, профилактирует развитие артеросклероза. Витамин С, конечно же, участвует в иммунной системе, безусловно, в иммунных процессах различных. Поэтому, соответственно, вот этот вот, ну, стереотип, что обязательно нужно пить витамин С, когда вы заболели. Но на самом деле я вам раскрою такую тайну, дорогие друзья. Его желательно пить до того, как вы заболели, конечно же. Разрушается при тепловой обработке у нас витамин С и разрушается при взаимодействии с металлами. Поэтому очень важно, что и какие БАДы вы пьете, да, всякие цинки, меди. Ну, при большом количестве меди, вот вам, пожалуйста, взаимодействие с металлом будет разрушаться. Также замечу, что, соответственно, проблемы с микробиотой, воспалительные процессы во время того, как вы заболели уже, могут препятствовать именно полноценному всасыванию витамина С, если вы используете аскорбат. Но не всегда, в зависимости, конечно, от степени воспалительных процессов, их локализации и распространенности. Ну и хотелось бы поговорить немножко о дозировках витамина С. От 1000 до 1500 миллиграмм, соответственно, витамин С мы пьем. Это дозировка для условно здорового человека. Соответственно, она рассчитана на отсутствие стресса, ОРВИ, курения, приемов КОК, это противозачаточные, приемов аспирина, да, то есть это все будет вносить свою коррекцию в витамин С, в его, так скажем, биохимию, да. Лучше считается, что усваивается витамин С с рутином и биофланоидами, вот как-то так. В общем, если неправильно произнес, читайте где-нибудь здесь название. Значит, формы витамина С, да, какие существуют, это аскорбиновая кислота, всем известная, да, она, в принципе, хорошая форма, если у вас нет заболевания ЖКТ. Также может оказывать неблагоприятное действие употребления аскорбиновой кислоты на слизистую желудка. Ну, соответственно, поэтому и, соответственно, заболевание ЖКТ мы рассматриваем как противопоказание, да, в аскорбиновой форме. Употребление витамина С, аскорбаты – это всегда минералы, соли, да, аскорбановые кислоты, а кислоты, соответственно, ну, негативно влияют на ЖКТ, на больной. Какие имеются в виду кислоты? Это, конечно же, кислоты кальция, магния, калия, цинка, он хорошо переносится и имеет кислотные реакции, ярко выраженные. Но, в принципе, если вы здоровый человек,
И тем более, если вы пролечили там ЖКТ, проверили микробиом ваш, то вполне приемлемо употреблять в виде и аскорбиновой кислоты, соответственно, наш вот любимый всеми витамин С. Есть также менее известный народу это аскорбат пальминеат, жирорастворимая форма, да, в таких жировых дрожже он будет, как правило, лучше всасывается, накапливается в мембране клетки, обладает высокой степенью усвоения, то есть это более такая современная все же форма витамина С, да, значит, а вот следующая форма аскорбат кальция подойдет людям с проблемным желудочно-кишечным трактом, кому не рекомендован на длительный прием, да, также с ним возможно отложение кальция. Аскорбат пальмиат, дорогие друзья, это жирорастворимая форма, лучше всасывается и накапливается в клеточной мембране, обладает высокой степенью усвоения, то есть, ну, это современней, так скажем, чем обычная аскорбинка. Есть еще аскорбат кальция, да, то есть там кальций у нас присоединен к витамину С. И, соответственно, что здесь нужно заметить, что не рекомендован на длительный прием, так как в нем возможно отложение кальция, да. Противопоказан при мочекаменной болезни, конечно же, кальций у нас и рекомендован короткими курсами при различных ОРВИ-заболеваниях. Аскорбат натрия подходит на длительный прием, и аскорбат магния, хорошая форма, подходит на длительный прием тоже. Однако я замечу, что все вышеперечисленные формы витамина С, они не являются такими современными. И везде была у меня оговорка, что про ЖКТ, да, вот эти вот всякие проблемки. Также я озвучу, что заболевания, микробиоты различные, да, когда у нас патогенная микробиота в организме образуется, тоже негативно сказывается на всасывании витамина С. И что я говорю всем своим пациентам? Я им говорю то, что вы, так как у вас идут какие-то воспалительные процессы, у кого-то колиты неясного генеза, у кого-то еще что-то, кто-то просто пришел, да, с комплексными, еще не успел обследоваться, ему нужно помочь как бы вздохнуть организму. И, допустим, там мы уже знаем, что есть, к примеру, недостаток железа, да. Я рекомендую не рисковать и покупать, да, более дорогую форму, но гораздо более полезную. Мы будем знать, что она по-любому усвоится. Это липосомальный витамин С, дорогие друзья, да. Это такая улучшенная форма, так называемый хелат, да, про который я уже снимал выпуски. И, соответственно, эффективность в 2 раза выше у такой формы, биодоступность выше. Достигается это путем того, что с липосомами, да, соединен наш витамин С. Они у нас находятся в жирных кислотах, да, известных как фосфолипиды. Получаются у нас фосфолипиды из, соответственно, сои или подсолнечника. И липосомы имеют внутренний отсек, да, в котором витамин С защищен, то есть он как бы проходит пищеварительный барьер такой, преодолевает, в котором он легко попадает прямо в кровоток. То есть, ну, грубо говоря, не разрушается в желудочно-кишечном тракте, он как бы прячется в такой домик, да, и не разрушается часть, нет частичного или полного разрушения в желудочно-кишечном тракте, даже если там какие-то проблемки с ним имеются. Ну, до разумных, конечно, пределов. Понятно, что бывает, что тяжелые пациенты, у них там вообще ничего не работает. Но вот в случае, если вы его просто повредили антибиотиками, желудочно-кишечный тракт, у вас там изменения, соответственно, кислотности в ту или иную сторону и так далее. Вот тогда липосомальный витамин С, дорогие друзья, вам в помощь. С вами был Кравцев Сергей.
Я желаю вам здоровья и жду вас всех на своих онлайн-консультациях, а также в своем инстаграме.